Привет, стратеги! С вами, как всегда, Консул. Продолжаем нашу афинскую кампанию во Втором Риме на легендарном уровне сложности. Усаживайтесь поудобнее, всем вам приятного просмотра. Так, потихоньку, помаленьку продолжаем мы нашу контратаку. Взяли мы уже в осаду Брундизи, правда там ползут римляне. Тащат они два легиона. Понимают они, что не все так просто, надо бы, говорит, сгонять, расшатать, говорит, этих, блин, обнаглевших греков. Вопрос вот в том, куда же они у нас пойдут. И вот пока у меня, наверное, есть возможность, хотя отсюда опять же вот этот чертило может прискакать. Не, он не успеет достать, да? С порядком, правда, беда, но я все же выдвину вот в эту сторону нашего базилевса. На крайний случай я возьму наемников, чтобы, если что, их тут перехватить. Так, ну и, само собой, штурм Брундизия будет у нас его, наш наследник штурмовать, его будет поддерживать флот, я думаю. Справимся, чтобы поменьше потерь, как говорится, понести. Автобой-то, как всегда, там пол армии уничтожит. Пойдем, наверное, сами. Хотя и бывает, что я тоже потери несу, несмотря на то, что там играю руками, да. Так натуплю, так накривлю, что, блин, мам дорогая, лучше бы автобоем сыграть. В общем, поехали. Итак, друзья, мы пойдем мы с этой стороны. Сейчас подойдет мой флот. Разнесем мы им тут башни, переломаем чертовой бабушке стены. Потом уже подтянутся наши дополнительно баллисты. Тоже их тут нахлобучат. Ну и потом уже общий штурм. Давайте потихонечку начинать. А, стоят, смотри-ка. Я тут лучников не зря поставил. Сейчас я им тут навесиком накидаю. Флот, ты где там? А, вот, плывет флот. Давай, подходи. Необычный снаряд. Самостоятельно не стреляем. Этих всех на высадку. Генерала, наверное, тоже. Точнее, флотоводца тоже высажу. Так, лучники. Что они там, кстати, делают? Стоят, да? Ничего не делают. Курят. Тут режим обороны поставлю. И потихонечку подойду. Башня наша... Их нам урон нанести не должна. А мои лучники вроде как должны достать. Да, они уже вот отсюда достают. Сейчас они акцензов этих расстреляют к чертовой бабушке. А, типа не могем, что ли? Или типа не могу? Не могем. А что не стреляем-то тогда, лю? Странная фигня. Раньше можно было... Ладно, стоим пока, курим тогда. Пока стоим, курим. Блин, они уже... Сработала у него перезарядка, да хрен на нее. Так, флот, ты там где? Плывешь, да? Давайте ускорять. А то они пока сейчас доплывут. Кстати, основные бы войска тоже подтянуть. Помаленьку, потихоньку вот в эту сторону. Кавалерия, ладно, пускай там стоит. Так, вот и наш флот. Собственно, персоной. Сейчас они позиции займут все. Так, начинай башню обрабатывать. А ты дыры делать. И вот эту башню сноси. А ты вот эту. Все, пошел обстрел. Грядка наша потихонечку подходит. Так, как дела? 48, 17. Сойдет. Продвигайся. Гоплит, продвигайся. Пики тоже вперед. Так, поломали, отлично. Одну башню снесли. Давай еще одну доломаем сразу. Как там дела? Тоже башню снесли. Так, давайте, доламывайте. Доламывайте стены. Так, и снова ускоряемся. Так, есть контакт. Продолжаем в том же духе.
Так, эти разобрались. Так, давай сюда вот. Сейчас мы тут дырень здоровенную сделаем. Лучники, кстати, подошли. Так, а что они там все стоят, я понять не могу. Кого они там защищают? Там же нет никто. Так, все. Нашли они свои цели. Красавцы. 48. 42, нормально. По снарядам как? Вот снаряды-то уже кончаются. Давай назад. Отступай. Так, еще немного, еще чуть-чуть, да? Так, еще. У ребят тоже кончаются боеприпасы. Мы их сразу будем отводить, чтобы они потом не мешались. Уходи. Так, лучники там эксцензов сложили, да? Лучники эксцензов сложили. Так, а ты что не стреляешь, что ли? А, ну да. Он в упор встал и стрелять не может, бедолага. Туда, куда надо. Огонь. Огонь. А, тоже повернуть надо, да? Так, а ты что успокоился? Багуем, тупим, все как всегда. Так, где мои баллисты там? Надо их подтягивать тоже. Да, что-то забаговали, слушай. Снаряды вроде есть, а стрелять не хочет. Как говорится, без этого никуда, да? Так, один, ладно, хоть настреливает, на том спасибо. Ну давай, 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 вы это самое, выезжай. Во! Блять, не того. Вот, стрелять хотя бы начал, Том, спасибо. Короче, когда они близко слишком к берегу подъезжают, то все, они начинают тупить. Они не могут не повернуться, не развернуться. И не стреляют из-за этого. Во, пошло дело. Так, отстрелялся, да? Разворачивайся. Все, можешь быть свободен. Огонь сюда, говорю. Ой, твою мать, а. Всего-то надо-то было. Так, дыр понаделали. Давай вот сюда. Идешь, нет? Или опять надо тебя развернуть? А потом ты подъедешь, да? Так, подтягиваются войска, смотрю, у него там. Так, лучники подошли. Огонь. Давай тоже туда же. Так, лучники наши начали обстрел, да, я так понимаю? Все, отлично. Стреляешь? Стреляй. Продолжаем. Так, нам бы еще запасную дырку где-нибудь сделать. Давайте-ка вот здесь. 12%, не знаю, хватит, нет. Семьдесят два, есть. Хватит, должно хватить. Так, еще лучники же у меня высадились, точно. Патроны есть, патроны есть, пошли. Погнали вперед. Так, конницу шатнули. Молодцы. Так, у ребят все покончалось. Можете быть свободны. Тогда и у этих тоже. Бросай, вали отсюда.
Так, луки подходят. Давай сюда. Хотя они там кого? Ветерана в поселении немножко расстреляли. Давай. Да, ты поймешь? А чё так скромно ты достаешь, вопрос? Ну ладно. Все, лучники отрабатывают. Так, ты отстрелялся. Отходи. Ну и куда тебя понесло? Так, тем временем, значит, заводим наши основные силы. Так, где у меня? Вот они. Вот они, товарищи. Так, вот этих тоже подвожу. Так, лучников я, наверное, тоже буду отправлять. Чтобы не мешались. У которых патроны кончились. Остальные пускай отрабатывают пока. Так, вот у тебя тоже патронов нет. Можешь валить, в принципе. Так, надо только направить, чтобы он там не залетел куда. Так, и сюда. Кавалерия подходит. Как у нас тут со снарядами? Давай в упор все равно стрелять им неким. Фалангу. Приготовились. Лерухи. Приготовились. Кстати, у меня еще у таранкицев есть чем пострелять. Подтягивайся. Как ты настреливаешь? А ты настреливаешь. О, начинает возвращать он бойцов. Не всех, правда, но хотя бы часть. Так, есть контакт. Ушли еще одни ребята. Так, ладно, все это, конечно, хорошо, но пора, наверное, наступать уже. Так, оттуда пока никого не видать. Стой, тут кури. Ты тоже. А, все, тоже отстрелялись. Тот, да, тоже. Можете быть свободны. Не особо торопится моя фаланга. Давайте пока выберем ее и бегом сюда. Так. Это, кстати, флотоводца не подвел еще. Давайте еще мальца ускорим. Отходи. Стоять бояться. Похоже, не успел, да? Не успел. Не успели ощетиниться, нормально. Вышел кавалерия в контратаку. Кто у тебя здесь? Вперед. Вперед. Влетаем. Так, кавалерия-то кончается, я смотрю, да? Так точно. Забегай сюда. Тарантийцы поближе подошли. Все, готовы. Вперед. Так, здесь у меня ребята влетели. Влетели. Давай сюда. Тоже. Так, погоди. Фланги пока постоят. Пока только двое пойдут вперед. Залетай. Так, легкая кавалерия сюда. А у них еще генерал стоит. Нормально. Начинаем движение.
собак на пике, все нормально. Пристраиваемся. Атакуй. Стой. Не торопись. Так, а нам тут по-другому-то и не пройти, да? Так, а этот вообще тут просочился через отряды прям. Влетай с этой стороны. Как дела? Киев. Вперед. Вперед. Еще два отряда вперед. Так, карантинцы пока стоят. Так, все, собака покинули. Давай, давай сюда. Кавалерия тоже сюда. Тарантосы тоже сюда пошли. Так, не, вот сюда давай. Блин. Стоять по одному. Так, пики еще заходят? Заходят, нормально. У некоторых, правда, что-то боевой дух упал. Надо подтянуть флотоводца. И полководца тоже поближе. Забыл совсем про гоплитов. Тоже туда их отправляем. Выходи. Идем сюда. Ага, полководцы подтянулись, все нормально сразу стало. В общем, настреливают по нам. Черти, блин. Сюда пошли. Сюда пошли. Еще отряд сюда выходит. Тарантийцы сюда. Сюда ломись. Не с чем пострелять, если что. Так, ворвались, нормально. Так, вырывайся тоже. Так, воодушевляй. Атакуй. Флотоводец, скажите, помоги. Куда, сюда? О, пошло дело. Так, тарантист какой-нибудь тоже продвигается. Так, тебя я забыл отправить, что ли, точно? Ох, и достается, конечно. Так, иди сюда. Так, ну, ребят, мы хорошенько зажали. Начинает они волноваться. Не может это не радовать. Как здесь, ребят, сейчас снесем? Надеюсь. Кто у меня там еще остался? А лучников не отвел. Ай-яй-яй-яй-яй. Пайкман это что-то у меня тут дрожат. Эти что-то у меня такой. А ну как всегда тут начинается, блин. Начинаются затупы. Ай, у меня атаковать такая себе движуха, да? Настреливаю. Вот. Разбегается, это уже радует. Пролезешь, пролезешь, я думаю. Отлично. Вперед, нарезай. Конница. Давай сюда уходи. Здесь нарезать надо. Так, настреливай. Сюда вот. Так, легионеры стоят, держатся. Так, здесь почти снесли, нормально. Так, ну ты побежишь там сегодня, нет? Стоит как не в себя. Шлепни через, через застрелов. Че за чарч на стену? Сюда, да? Они с этой стороны стоят.
Так, ладно. Вроде бы движуха идет. Так, пикинеров вот здесь высвободим. А теперь, в принципе, тоже свободны. Тут вот того здесь, я думаю, добьет. При поддержке гоблитов. Так, а ты иди сюда. Пойдем вперед. Пойдем тоже вперед. Нормально, мы их тут поджали. Ну, генералы, понятно, где они стоят. Так, надо сюда генерала подтянуть. Ребята тут отстрелялись. Так, здесь справились, отлично. Так, эти трое сразу же, наверное, недолго думая, погнали сюда. Так, и вся кавалерия пошла в обход вот сюда. Пока мы здесь с остатками гарнизона разбираемся. Вперед. Вперед. Сюда ломись. А, я думаю, что он меня так волновался, он не без этого. Без фаланги было, я что-то даже не обратил внимания. Так, ну тут ребята стоят. В полном окружении, да? А ну тут еще гладиатор, шельдинер. Понятно, они тут будут стоять. Как не в себя. Пикинеры еще подойдут до полной части. Начнут-то так, надеюсь. Так, шевелимся. Так, патроны есть? Патроны есть. Иди сюда. Да, в принципе, все сюда ломимся. Вот сюда бежим. Так, все. Закончили. Закончили с гарнизоном. Ломимся все сюда. И можно ускориться немножко. Стареть бояться, не торопись. Вперед. Подойди сюда. Легкая кавалерия готовится наша. Так, а ты кто у нас? Новобранцы, что ли? Ну, долго он, скорее всего, тогда не постоит. Спокойно, пацаны. Вот так вот. Бегом, бегом. Так, а ты у меня, кстати, кто? А, царские пибаты, ну тут нормально. Тут вообще без вопросов. И залетаем в тылечник еще. Все, ребята окончательно дрожат. Пибаты залетают. Кстати, жесткие ребята вот эти вот пибаты царские. Зарим, когда с ними гудались, они, блин, прям стояли как не в себя. Все, отлично. Решительная победа. Завершаем, мы встретимся на глобале уже. Получше распишись. Отлично, бандизи взяли. Повышение ранга. Денег нам дали, хорошо. Так, раз нам денег дали, тогда мы здесь... Набираем еще одного пикинера. Даже двух можно. Нормально. Хорошо живем. Так, смотрим, значит. Что захватили? Перестроить не могу, сношу. Вот это перестрою на следующий ход. Кстати, могу. Это перестроится кое-где, да? Ну-ка, погоди пока с наемом. Так, вот здесь можно бахнуть библиотеку, к примеру, да? Так, вот это я точно перестроить не смогу, сношу. А вот эти вот построечки-то можно. Так, получается, вот это сношу, мне нужна здесь будет казарма новая. Вот это я перестрою, вот это я сломаю. Здесь я воткну храм, как минимум. Или там что-нибудь на санитарию посмотрим. Так, флот, отходи пока в Аполлонию.
Бедный ты мой побитый. Так, командующий восстанавливается. Так, а здесь мне не хватает денег, да? Так, ладно, под снос. Тогда все-таки, ладно, берем еще двоих пикинеров. Я потом их выдвину в Аполлонию. Эти вот 4 отряда. Думаю, этого пока будет достаточно. Так, ну и на этом ходу все. Флотоводец подкачался между делом. Так, навигатор. Хитрость и дальность перемещения по карте берем. Так, здесь ему ничего не надо. Поехали вперед. Смотрим там за римлянами. Где-то они там ползут, блин. Сейчас распустит кого, не? О, да неужели? Так, отошел. Здесь непонятно. Отходит, не пошел в атаку. Красава. В Бонивент пришла целая армия, смотрю, у них. Военный союз, дайте в баню. С своими союзами и сам там воюй. Так, селевки. Селевки вроде пока нас не прессуют. Но это тоже дело времени. Хотя, наверное, даже хорошо, что там Армения захватывает поселение у галатов. Она такой буфер создает, да? И, возможно, не будут обращать на нас внимание сильно там селевкили. Ты уже с гетами начал войну. Ну, ты молодец, слушай. Давай, воюй. Удачи тебе. Далматы тоже зашевелились. Разграбили Пульпудеву. Садрийского царства, да? Я-то думал, они ее себе заберут. Нет. Так, получили под боком войско. Вражье теперь мы. Так, мятеж столицы подавить. Противник ранен, это мы видели, это хорошо. Тайный агент раскрыт, родился ребенок. Вся фигня. Так, гарнизонище небольшое, но есть. Так, ставим храм. И вот это дело надо перестроить на порядок. Так, и чё? А, я казарму еще хотел бахнуть. В обязательном порядке. Ставим. Так, ну и флот тогда, соответственно, переставим. Военная верфь, в принципе, у меня здесь уже есть. Поэтому давайте, наверное, гавань бахнем. Так, ты у меня готов? В принципе, ты готов. Ломись в Аполлонию. Ваше сиятельство. Вас что, тут все-таки тормознули немножко? Ходите обратно. Все, стоим, пока курим. Там как дела? Далматы тут что-то лагерями повставали. Объявлено, может, они войну кому объявили? Да, они Аргеям войну объявили. Ну и как бы и ладно. И пускай воюют. Мне как бы не особо против. С порядком, правда, беда. Денег у нас, как обычно, нет. Флотец. Можно, конечно, налог немножко постараться опустить, да? О, вот так вот сделать. Уже поинтереснее немного. 700 рублей, кстати, есть, можешь... А, нет, не хватит мне денег, чтобы игру устроить, да? К сожалению. Так, здесь у меня все есть. Там что, на детей ничего? А, я ей тут всякую херню уже влепил. А, твою мать. Да и на детей все равно ничего не появилось. Авторитет он появился, общественный порядок. А может, будет работать? Нет, не знаю. Так, атака, не атака. Хрен с ней. Пускай тусуются. Так, здесь, значит, отстраиваемся. Мне бы сюда разведчицу одну отправить. Хотя они у меня здесь заняты. Одни наблюдают за тем направлением. Тут тоже поглядывать надо, то вылезут. Или хотя... Ладно, ну его нафиг. Отправляй сюда. Так, а у меня что? А, нет, вот он, воитель на месте, все с ним в порядке. Минус 3 общественный порядок, к сожалению. Так, ну и все пока. Так, Рим в атаку не идет.
Но если здесь он пойдет, то я думаю, мы вполне себе нормально его сдержим. Римская культура 90, Кассентия, ну, пока нам не до нее. Так, отсюда вроде никто не ползет. Кстати, что я там в дипломатии-то? Непреклонным стал, нормально. Ну-ка, может, торговать кто захотел? Нет, не захотел. Воспользоваться царство мира не хочет? Чисто пробежаться, посмотреть. Может, кто где надумал? Галаты. Их там бьют жестко, а мириться с нами они не хотят. Но вот эти сильнее вряд ли захотят. Далматы тоже сильнее. Хм, странные ребята. Все огребаются от нас и все сильнее нас. Торговый не хочешь? Не, не хочет. К сожалению, не хочет. Норик, давай мириться. Высокий, во. Умеренный. Сойдет. Лучше бы ты с Римом воевал, на самом деле. Хотя он там дофига с кем воюет. Римляне. Но римляне вряд ли мира захотят. Уж слишком они сильны. Так же, как и селевкиды, да? Да, так же, как и селевкиды. Эти, понятно, царские скифы тоже слишком сильны. Поэтому вряд ли. Так, 1500 денег. Строить, в принципе, пока ничего не надо. Вот заслать кого-нибудь куда-нибудь. Я там что по верности? Двадцаточка, да? Займись. Так, не, не Ахея, Македония займись. О, плюс 6, сойдет. Так, Базилевс стоит, курит. Вот этого бы выманить. Из этого самого, из города. У него опять одни застрелы. И это уже надо... Это ж поселение тоже надо чем-то защищать. Так, ну сейчас посмотрим еще. Поехали вперед. I call upon you to aid us in our deliberation. Там галаты держатся. Это хорошо, что они держатся. Чем дольше они будут держаться, тем меньше вероятность того, что на нас пойдут селевкиды. Так, ардии. Чем там заняты? Куда-то двинули. Надо им, наверное, указания дать, чтобы они чем-нибудь полезным занялись. Так, подрывная деятельность. Где? Понятно. Заключен мир Ордеи Даосы. Норик, понятно. Далматы, понятно. Геты. Что-то они там все резко помирились. Образовал... они из-под нашего союза ушли в подчинение к Даосам. То бишь у меня кончился военный союзник, да? Ну ёжики зеленые. Какие-то договоры я с ними намутить не могу. Что-то Армения начала на меня обижаться вдруг. Ни с того, ни с сего. Так, Египет, Карфаген, понятно. Луситан, нормально. Массилия, точнее, нормально. С остальными все так же. Так, вот тебе и нет союзника. Дружили, дружили, и фиг тебе там, да? Так, залетаю вот в эту сторону. Так, пойдет. Теперь здесь. Пополнение у нас, как всегда. Шиш. Все отстраивается. Флот. Так, ладно, флот, пока стой, кури. Так, мне бы вот здесь поглядеть, что происходит. Если честно. Пойдем. Я вижу. Стоит, да? Супостат, блин, не двигается. Ладно, пускай стоит. Вот здесь у меня довольно открыто все. Могут они проскочить и на Афины, и на Ларису, и на все что угодно. Так, флот. Перемещайся сюда. Так, легион. Так, ну он пока что-то в атаку не собирается, да? Кассентию бы забрать. Блин, у них везде гарнизон, минимум 20 отрядов. Просто охренеть можно. Серьезно. Более чем.
Так, это войско бы мне усилить, да? Гопритов у меня здесь не осталось. Лучников ни хрена у меня тут, короче, не осталось. Придется стоять ждать. 1400 доход. Торговля вроде бы кое-какая есть. Кассентию. Но вот Кассентию, если я заберу, то не особо что-то хорошее получится. Почему? Потому что мне нужно чем-то держать Брундизии. До строительства еще долго. Короче, печаль, беда пока что. И вот так вот, чуть никто не прется, блин. То они обычно тут налетают со всех сторон, пытаются что-то отжать, забрать, а тут что-то как-то подугомонились немножко. Даже Брундизи не пытаются вернуть себе. Что довольно-таки странно. Это вообще куда-то там понесся по своим делам. Их, похоже, еще где-то кто-то прессует. Как агентов возвращают. Я, кстати, разведчицу забыл взглянуть. О! Галаты тут все территории отжимают. Молодцы. Еще живы. Так, ребята ушли. Селевкиды предлагают оборонительный союз. Ой, Селевкиды берем. Масилия. Война с Даосами. Да не, не нужен мы с ними. Союз? Вообще никак. О, Талматы, здрасте. Мы вас не ждали, а вы приперлись. Хотя, в принципе, чего не ждали, ждали. Так. Все что-то пытаются намутить, накрутить. Еще агент. Сколько у него там сейчас припрется? Войска тащит, и здесь идет. И по морю пошел, ты смотри. Так, направление развития. Давайте-ка военное пока что. Диверсия, видели? Исследование завершено. Штайный агент раскрыт. Разлад. Так, в обычный режим встань. Мадам, двигай сюда. Ой, Сиракузы, здрасте. А вас куда несет? Они там на меня не обиделись? Да нет, не обиделись. Так. Ирсет страны. На ускоренном марше. Прям куда-то прям ломится, да? Отсюда ушли они. Продвинься-ка вот сюда. Не видно никого. Бабла немножко с коммунизмом. Так, ну-ка выдвинись вот в этом. А, хотя кого выдвинись-то? Далматы, ну, под носом почти, да? Не сдвинуться мне с этого места пока. Собери войско на время какое-нибудь. Давайте вот этого. Все, стой тут. Так, а что у меня там по гарнизону-то? Пики есть? Бомжи всякие есть. Возьми. Не, вот этих брать не буду. Вот так вот. То и стоим пока в обороне. Так, по изучалкам, значит, двигаемся теперь на греко-македонский строй. Улучшаем войска. Оборону вроде бы везде заняли. Здесь ребята у меня пока что на пополнении. Там неизвестно что. Два хода еще, и у меня гарнизон уже посерьезнее будет. Можно будет тогда начинать какую-то движуху. Пока что тишина у нас по этому поводу. Так, ну и все. Так, тут минус 3. Денег скоммуниздили. Вроде бы живем. 19 отрядов. Пойдет, интересно, вот так он не пойдет. Так, никто не вкачался. Поехали вперед. А римляне, похоже, туда, в сторону Массилии поперлись.
Чуть не особо хорошо у них, похоже, получается. Так, селевкиды пошли на сиды. Огреблись под сиды. Это хорошо. Галаты пока в контратаку не идут. Гет, здрасте. Вас куда несет? You fear us. It is in your eyes. Ну, в целом, in я не удивлен. And you are right. Блин, да сколько у него там агентов-то, ёжики. Самое главное, он там, по-моему, еще войско распускает. Что не совсем хорошо. А, в осаду взял. Еще войска ведет. А в атаку-то не прется. А в атаку не идет. Так, подрывная деятельность, вся фигня. Это мы видели. Плот, пора тебя возвращать на родину. Там тебе пока особо делать нечего. Еще набор ведет, зараза. Две армии подтянул. Так, а у меня тут что? Так, пики на месте, кони на месте. Роти все на месте. Далматы, интересно, где тусуются. Уж очень сильно. Где-то вот здесь они были. Не знаю, вывезу ли я два стека, если он пойдет в атаку. Прям по жести. Так, что здесь происходит? Так, рудокоп. Так, разведать рудники, само собой. Так, здесь нас не атакуют. Здесь что у нас получается? Еще ход. И более-менее серьезный гарнизон будет, хотя он уже довольно-таки неплох. Так, а ты сможешь выдвинуться-то куда-нибудь? Ксентия, Бонивент. Минус 19, общественный порядок. Так, здесь... Ой, блин, я еще не то воткнул, вот я балбес. Хрен тебе, я не наем, значит, да? Бывает и такое. Хотя вон кое-какой наем есть. Ладно, потом еще перестрою. По крайней мере, что-то вроде гарнизона дает. Или пытается давать. Так. Алтарь Зевса можешь хватануть. Я думаю, стоит. Так, и здесь-то что делать? Атаковать мне их, не атаковать. Вылазить, не вылазить. Тогда погодите, наверное, перебьемся мы пока... Без алтаря. Надо тут немножко разогнать врагов в разные стороны. Стой тут лагерем. Если что, тут поддержишь. Пора нашего базилевса опять в бой отправлять. Берем наемников каких-нибудь. Это антийская конница, в принципе, хватает. Давай еще пехоту. Минус 35 денег. Ладно, сойдет. Сюда я уже никого взять не могу. Контратаковать. Не справлюсь. 6000 как-никак. А у меня хоть что за гарнизон-то посмотреть? Пикинеры только одни. Да, печальный гарнизон-то у меня. Надо на помощь идти в эту сторону. Возможно, потеряю я, конечно, Несс. Но это меньшее зло между потерей Несса и потерей Пеллы. Поэтому выдвигаюсь в эту сторону. Так, и еще ходик сдаем. Сейчас я ему выбора не оставляю. Ему либо атаковать, либо я на следующий ход пробью по нему.
Так, галаты ушли. Да и подтягиваются. Геты, куда же вас несет-то вопрос? С кем они воюют? Надо посмотреть. Воюют ли они с Римом или нет? Так, ну вот. Этих ребят я ждал, в принципе. Давненько никого там с моря не шло. Далматы зашевелились вдруг. Все, все по морю поперли, да? Так, ну и пойдет он в атаку, нет? Нет, он агентами будет тормозить меня со всех сил, да? Кните его палкой. А, ткнули. Так, этих уводит. Этих отводит. Интересно. Запугивание оппозиции. Отказаться. Так все замечательно пока. Разлад это мы видели. Рудокоп процветания 4 хода. Так, и что ты получается достаешь у меня? Нет там. 19 отрядов. Кого распустил? Кого ты меня распустил? Лучники на месте, баллиста на месте, пики на месте, эти на месте. Ни хрена не пойму, кого он меня распустил, если честно. Так, греческая наемная конница. Да, конница у меня хватает. А, я же, по-моему, еще какой-то отряд добрал. Наемников. Давай вот этих возьмем. Ты достаешь? А, хрен там, не достает у нифига. Ой, вот же жопа. Так, еще вперед продвигайся. Снова лагерем стой. Так, с этой стороны теперь. Как у меня гарнизон? 16, нормально. Лучше, чем было. Так, давай-ка на переправу. И пока поглядывай. Кстати, что там посмотри интересного? Где римляне-то все? А вот они стоят. Что они там защищают, непонятно. Так, где мой... Вот он. Товарищ сановник. Кому нести денег? Куда полезнее? Так, здесь продолжаем пока балдеть в осаде. Кстати, в осаде держат, а порядок плюс 7, нормально. Так, теперь по флоту. Гетты, куда вас несет? Так, они военные союзники Рима. Интересно, куда их несет? По крайней мере, в этой стране я у них особо врагов-то не вижу. Скорее всего, готовятся к войне со мной. Так, флот. Флот, флот, флот. Вот этих бы перекрыть, это что такое? Тоже флот, кстати. Надо бомжей. Берем сколько есть. Ух ты, ёптить. Вот это я ушел. Минус один, да? Да и как бы хрен с ним. Минус 359 я не достану. Блин, переборщил, слушай, я с этими-то. С наемниками. Минус 359. Блин, иди денег взять теперь. Ладно, придется вот это тогда отменить пока. Пока что придется отменить, пока не до строительства. Здесь стоим на переправе. Ну и пока вроде как все. Еще ходик. Готовимся к атаке, значит, на Косентию. Готовимся освобождать Пеллу. Галат придется терапить никого-то лишего. У него там проблем, видать, мало. Куда они пошли? Чего они там забыли? Неясно. О, Адрийское царство. Здрасте. Не зря я наемников набрал, на самом деле. Получается. Итак, у нас, значит, морская битва.
Ну, в целом все будет по той же тактике, наверное. Как обычно, наемников на слив, там всяких таких вот бомжей на слив. И расстреливать будем нашими баллистами корабельными. Ну, все это, наверное, уже будет в следующей серии. На этом, ребятки, давайте прощаться. С вами был Консул. Не забывайте подписываться на канал, также пишите комментарии, ставьте лайки, там все дела. Ну и всем вам огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.